Всем привет! Мы поднялись на башню костела Святой Елизаветы, откуда открывается потрясающий вид на старый город. Также можно подняться на смотровую башню, тут по соседству костел. Там мост между двумя башнями, и также открывается потрясающий вид. Вход как и здесь, так и там стоит 5 злот. Так что не жалейте денег, поднимайтесь, смотрите, наслаждайтесь красивыми видами старого города. И оставайтесь с нами. Да. Ну что, друзья, посетили мы вот эту замечательную башню, и хотелось бы добавить кое-чего. Когда мы были в Кракове, мы тоже поднимались на смотровую башню. На рыночной площади. Да, на рыночной площади, так же, как и здесь. Так вот, там башня стоила 9 злот, и вид от нее, из нее был вообще ужасный. Точнее, вид, может быть, был хороший бы, если была бы она круговая, как здесь, обзорная. А там было 4 окошка наверху, и практически ничего не видно. Попробовали что-то пофоткать, и все. Так что будете в Кракове, не поднимайтесь, мой совет. Кстати, да, в Гданьске тоже есть такая же башня, да. Вот туда стоит подняться, там круто. Так что Гданьск и Вроцлав, да, поднимаемся, в Краков не поднимаемся. Ну вот, мы опять пробили местную столовку. На этот раз не молочный бар, а просто столовку. Ну, собственно, по холодному борщу, по салату, по булке, по компоту. Но у меня вышло 17, у Димона 21 злот. Но у него салата вот наворочена сколько. Друзья, в общем, произошла ошибка. У меня борщ и салат, и компот стоят не 17, как я сказал раньше, а 12.62. Так что на 5 злот дешевле. Перепиши просто видео, что ты оправдываешься. Действительно, что за хуйня. И мы продолжаем пробивать словники города Вроцлава. Так вот, борщ холодный, вот такой вот густой, видимо, на сметане, там яйцо, все. Тарелка салата, вот такого двойного, и компот. Мне обошелся в 12.62 злот. Салат Димона, булка, компот и борщ с булочкой обошелся ему в 21 злот. В принципе, весьма неплохо, дешево, кошерно и вкусно. Столовка прямо в центре старого города, рядом со зданием университета. Так что всем приятного аппетита. За моей спиной Грюнвальдский мост. Это одна из визитных карточек города Вроцлава. Он присутствует на разных магнитиках, календарях, открытках. Сейчас день, и поэтому он выглядит не так эффектно. Поэтому попробую прийти сюда вечером и посмотреть, как он выглядит в подсветке. И вот мы снова в столовке около университета. Вот посмотрите, какая порция. Греча, наконец-то. Ребрышки свиные, салаты. И по две пельмени написано пироги. Одни русские, другие непонятные. И какую-то кулебяку взял. В общем, тут все блюдо мне обошлось с компотом вместе в 11 злот. Всем приятного аппетита. Это как раз над головой фонари получается. Свой фонари. Письку закуси. Сейчас там все гуки перефоткаются. Подождите. Ну давай, я жду. Все идет. Друзья, за моей спиной вроцлавский фонарчик сейчас будет зажигать фонари. Фонари на кафедральной площади до сих пор газовые, а у фонарщика специальная палка, на которой газовая горелка. И эта специальность, фонарщик, осталась только здесь, только в Вроцлаве. Смотрим. Пол-четвертого утра, выключить, а сейчас включить. А это и вся ваша работа или еще есть какая-то? Или еще какие-то обязанности у вас? Еще обязанности. Ну, спасибо. Всего доброго. Друзья, в общем-то мы уже вечером, когда подсветка вся горит, а Грюнвальдский мост еще хуже, чем днем выглядит. Поэтому Грюнвальдский мост. Всем Грюнвальдский мост, пацаны.
Друзья, самое время рассказать про наш хостел. В Вроцлаве мы живем в хостеле Бема. Вот. Из преимуществ у хостела у нас три койки. Раз, два, три. Вешалка, два стула, стол, шкаф. Вот. Из всех хостелов, в которых мы жили, это самый дорогой получается. 204 злота на месте заплатить. Ну так вот. Что сказать про хостел? Ну, находится рядом с центром, как и все наши остальные хостела. Рядом с хостелом находится молочный бар, она же столовка, что не можешь не радовать. И по пятницам и субботам к нашему хостелу проходят всякие пьяные безухи. Не знаю, это плюсы, минусы. В общем, до утра у нас под окнами орали. Не самый лучший хостел, в котором мы останавливались, но надеюсь, самый плохой. Надеюсь, дальше у нас будет за хороших слов. Да, кстати, мы балуемся санкционными яблочками. Да. Кстати, неописуемо. Да. Лучшего яблока мы в жизни ели, польские. Ну вот, друзья, мы покидаем город Вроцлав. Город очень крутой. Понравился мне и зимой, и сейчас летом. Побывать здесь однозначно стоит. Возможно, даже совместить с Прагой. Тут не так далеко, 4 часа автобусом. Так что... отдыхайте в Вроцлаве!